Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду. Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%. Одной из причин назвали подорожание хлора. В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что подорожание водоснабжения стоит ожидать уже в сентябре. Об этом в четверг, 26 июля, в комментарии Громадска Мурата сказала заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий. Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%, рассказала она. По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот, подорожанием электроэнергии с начала года на 16%, инфляцией, а также индексацией зарплат. Ранее сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в 3 раза. Напомним, несколькими днями ранее Ольга Бабий прогнозировала рост тарифов лишь на 2-3%. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.gr.com.